Всем привет! Мы сегодня выбрались в лес. Муж говорит, пошли выходной, говорит, надо прогуляться. В общем, пошли сегодня в лес. Ну, будем смотреть грибы. Я вам заодно покажу, какой тут лес и вообще какая здесь интересная, уникальная природа. Мы сейчас находимся в одном из лесов под замком. Оставайтесь с нами. Люди ходят, собирают сегодня грибочки. Просто гуляют, дышат воздухом. Погода здесь отличная. Ну что, я ж как говорится, как умный человек сегодня одела. Сейчас покажу, в чем я сегодня обула на ноги. Уже намочила, потому что шли по полям. Тапочки вон мокрые. Я ж не сильный знаток леса. В следующий раз надо что-то одевать такое на ноги посущественнее. Но природа здесь обалденная. Вот эти вот громезные сосны. Огромные. Что значит жить возле моря? Люди он ходят, видите? И мы сегодня будем гулять. Так что вы с нами? Приглашаю. Не знаю, какой-то вот сейчас нашла. Вот первый какой-то смешной. Я даже не знаю, что это за гриб такой. Шишек полно. Вот они маленькие еще. Грибочки. Лисенькие. Но они еще маленькие. Дальше продолжаем. Честно скажу, конечно, грибники из нас никакие. Ну, просто собрали несколько грибочков. Просто подышать, походить воздухом. Показать вам, насколько все. Маршруты, люди гуляют. Маршрут. Мы там были наверху, все посмотрели.
шишек полно.